когда грустные, они поют там, ну, там немножко слезы, там, ну, свежо же было, все плачется. А потом говорят: батюшка, у вас такой голос, вам надо обязательно стать диаконом. А я-то диакон, я говорю, вот так есть, ну, пошутить можно. Я говорю: не-не-не, ни в коем случае. А не-не-не, мы пойдем, бабушка говорит, пойдем к этому наместнику, и это самое, как его, будем просить. Я говорю: да нет, а то, ну, тогда Венедикт, он строгий такой. Опять: нет, мы пойдем. Ага, я смотрю, уже без 15:05 надо мне на службу. Это самое, тогда только Веденский был собор, и надо уже начинать первый диакон. Я говорю: ну ладно, я бегу, а то скоро это чуть не проговорился. Да, я говорю, да, говорю, бегу, чтобы это начать, службу начинать. Они: ну, ну мы все, мы вечером пойдем к наместнику все. Я говорю: да не надо, что вы, зачем, как у меня говорит. Ага, а я здесь, да. И вдруг, значит, я забегаю в этот в алтарь. Эту шапку одевает, это... А вы в черном ходили тогда? Черный? Да, у вас одеяние было все черное. Не, ну это черный, это мантия, ну это... А это же алтарная. И я забегаю в алтарь, туда-сюда, на место кричит: где ты ходишь, давай быстрее. И я так раз это одел, и свечку взял, врата царки открываются, и мне надо выйти и крикнуть: восстанете, да, все ночные начинается так. Ага, они врата открыли, я выхожу, а у нас Веденский, он небольшой такой, маленький. Они вот стоят, бабушки, все на меня так упали, а мне смех разбирает. Они, смотря, у них глаза квадратные, уши закрутились, все залетет. А это, знаете, не пойму, в чем дело. Только сейчас это. Ага. И я так хочу что-то сказать, а мне смех разбирает. И не могу сказать слово «восстань». На месте. Ну что ты, Людов, давай, я тут сейчас я тебя раздену. Я опять молчу, он опять чуть-чуть. Я так выплюнул: «Восстань!» И потом смех. Они прям раз и упали. Да, и потом, когда служба шла, а я так за нами смотрю, они там стоят, смотрят. Все уже кончилось, служба, они стоят, ждут, все уже ушли. Я выхожу, они говорят: ну, бать, как же вы нас отдали? Ну, посмеяли. Вот я вас тоже помню 20 лет назад. Время-то когда уже, да, сколько лет? 93-го года, 26 лет. Ну так, кто регулярно ездит, конечно, для них это очень памятно, они все помнят, и ждали. А кто так ездит, то, конечно. Давай, идите, где? Да, да. Ты будешь уже 2 часа. Давайте это самое. Сергей, хорошо. Сын в армии? Как зовут? Ну чего, мы тоже, я 3,5 года служил. Кому, как говорится, утонуть, тот не сгорит. Если кому суждено где что, так и вон братья наши тоже что. Раз суждено. Ну все же будет хорошо. Чтобы он жил бы, это... Вот, как говорится, по-христиански ему скажешь: дай ему это самое, живые помощи, дай молитву, крестик один, скажи: сыночек, вот так, молись, крестить, когда что-то такое, и все будет нормально. И сама молитва, ну вот и все. Да. Отец Леодор, мы папа после инфаркта, Василий, помолитесь, пожалуйста. И Анна тоже давление скачет. Спасибо. Так, сколько мы двигаемся, время сколько? Спасибо. Спасибо. Приезжайте к нам на крестный ход прямую, отец Леодор. А, мы были как-то, да. Так еще приезжайте, 26 июня. В июне, да? Да, в июне 26-го. У вас там источник, да, по-моему? Там все у нас есть, приезжайте. Новопредставленная диакона Варлама, новопредставленная Пасадника, Мариона, Архимандрита, Венедикта, Кирилла, нам в Легонке, и все, где почили по тебе, наши братья, сестер, грозников нас, где же просите им всякому разрешению вольному жизни, невольному, Господи, поем, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, яко Господь Бог учинит, учит, где же братья.